Ну а Казахстан переходит в режим экономии. Об этом говорил сегодня президент Нурсултан Назарбаев. Мы должны четко разъяснить и прямо и честно народу говорить о том, что сейчас мы приступим к экономии во всем. Ну, во-первых, придется кое-какие строительные наши дела на время свернуть до лучших времен. Мы построили больше 700 школ, столько же больниц за эти годы. Строили другие объекты. Надо сейчас стремиться, надо достроить то, что строится, а новое строительство пока прекратить. Государство – это не дойная корова. Все, что угодно, со всех сторон берут, и значит, каждый просит. Каждый просит увеличить штаты. Со всеми этими огромными желаниями придется подождать. Кроме этого, глава государства призвал состоятельных граждан тратить меньше. Вместе с тем он подчеркнул, Казахстану хватит резервов, чтобы преодолеть трудности.